не за толстый кошелек, а любит тех, кто нам дает надежду, кто душу чистую от грязи уберег. Людей не любит за слова пустые, и не за лесть, и не за ненависть внутри. За душу чистую родную любит, ты в сердце глубь ему смотри. Людей не любит за достаток, а любит тех, кто душу нам открыл. И есть один во всей вселенной, один, кто будет нами дорожить. Дамы и господа, я очень рад видеть вас на этой выставке. Мне очень приятно видеть эти знакомые взгляды. У меня очень много знакомых людей, которые здесь собрались. Спасибо вам огромное. Это моя четвертая выставка персональная, которая состоялась в Вышнем Волочке. То есть первая была в Волочке, это вторая. Первая выставка у меня была, когда я учился, да, в Твери, в Венецианском училище, в Доме офицеров библиотеки. Вторая выставка была у меня в нашем краеведческом музее. Третья. Мы с Виктором Сидельником, тоже известный человек, художник из Вышнего Волочка. Мы делали с ним Вологое. То есть у нас была двойная выставка. И очень здорово там выступили. То есть. И это четвертая выставка, которая состоялась тут. Вы знаете, я не считаю себя профессионалом. То есть я делаю только то, что мне нравится. То есть на этой выставке я делюсь с вами кусочком своей души. Эти работы написаны не для коммерции, не для продажи. Они